предложение сегодняшнего дня – это миксер от бренда Domiti. Это итальянский бренд, который создал яркую, сочную коллекцию, чтобы вы справлялись со всеми своими задачами на кухне, буквально как по мановению волшебной палочки. И этот миксер становится сегодня главным предложением. Вы получаете компактный миксер 2 в 1 по уникальной цене. Кстати, премьера была 1199 рублей. Это эксклюзив для телеканала Shop & Show. И работает этот миксер. И есть две сменных насадки, то есть две пары сменных насадок, с помощью которых вы будете легко справляться с работой. Это процесс готовки, который дает вам возможность не уставать. А у нас была цена намного выше. Сегодня у нас часть главного предложения дня — цена с максимальной скидкой. Смотрите, вот буквально в августе 23 числа у нас был прямой эфир, и представлен был миксер по цене 1499 рублей. Сегодня у нас действует цена 1199 рублей. Ну и сразу давайте знакомиться. Олечка, расскажи, пожалуйста, вот за что ты его так полюбила? Все расскажу, потому что у меня в зеленом цвете дома стоит, все знают. Во-первых, 2 в 1 я оценила, потому что мне нравится, что здесь и станция, я вот так могу ручки убрать, делать свои дела. Здесь мы делаем безе для моих деток, да? И в любой момент, если мне по привычке захотелось что-то, знаете, сделать вручную, пожалуйста, очень легко я это сделаю, потому что он у нас и мобильный в том числе. То есть кому привычнее что-то нужно доделать вот таким образом, пожалуйста, в любой момент снимайте и делайте, как вам комфортно. 7 скоростей. То есть 7 скоростей – это редкость, потому что, вот проверьте, даже на вашем миксере, да, 1, 3, а в рецепте написано, например, на 5 скорости надо, да? Вот таким образом тут до 7, вот, видите, у бренда Domiti я могу себе позволить. Дальше, чаша – это отдельная моя любовь. Чаша на 2 литра из нержавеющей стали, видите? Я прям по стенкам могу задевать, не будет сколов, не будет трещин, потому что раньше у меня была пластиковая, например, чаша. Это неудобно, она желтеет, она трескается. Если у вас стекло, то это просто-напросто опасно. Посмотрите, как сбил он на быстро. На место встаем, и все, и дальше вот опять щелчок, и вот он, стационарный миксер. И венчики, две пары у нас тоже в комплекте, чтобы взбивать и замешивать тесто. Оль, я в восторге от него. И это эксклюзивное предложение. Кстати, подобный миксер у нас продавался более 600 штук за презентацию. А всего продано более 400 тысяч, и у нас есть разные цвета. Смотрите, у нас есть синий цвет, насыщенный, яркий, как цвет моря, цвет неба. Следующий цвет – это салатовый, это цвет зелени весенней, это цвет вдохновляющий. У нас есть цвет черный, здесь у нас комбинируется с белым цветом. Для тех особенно подойдет, у кого в стиле хай-тек оформлена кухня. Красный цвет, сочный, яркий, цвет, который многие женщины-хозяйки выбирают для украшения своего дома. И вы выбираете и получаете свой собственный миксер от бренда Domiti. Миксер с чашей из нержавеющей стали объемом 2 литра. С двумя парами насадок для смешивания и взбивания. Вы получаете на выбор тот цвет, который больше подходит для вашей кухни. А главное, вы получаете быстрое решение наших задач. Я обожаю это предложение. Тем более, что это бренд Domiti. Олечка, расскажи, пожалуйста, что это за бренд и почему он представлен на Shop & Show? Вообще, это большая гордость, потому что это мировой бренд. Он представлен у нас на телеканале, потому что это спецпроект. Именно совместно с телеканалом Shop & Show. И основатель Бернардо Домити, итальянец с русскими корнями. Он, конечно, был вдохновлен тем, что в детстве он гостил у нашей у его бабушки. У нее была яркая посуда, и ему пришла вот такая идея. Дальше он уже искал заводы по всему миру, лучшие заводы, и он совместил такую вещь, которая вот нам всем важна. Функциональность предметов своих, именно для дома, для, вот, пожалуйста, кухни. Яркий стиль, стильный дизайн, это нам тоже важно, девочкам, и разумную цену. И, конечно, у нас все по ГОСТу, по российскому стандарту, проходит строжайший контроль и сертификацию качества. И мы тестируем все в эфире. И не только сертификацию по качеству проходит, который требуется по российскому законодательству, мы тестируем, и у нас проверяет служба ОТК телеканала. Кроме того, независимая команда экспертов телеканала проводит живые испытания техники, посуды для кухни. Мы готовим сами на них. И только лучшие товары попадают в рубрику «Кухня». Это проверенное. Вообще, ты знаешь, я вспоминаю, у меня, например, сын очень любит омлет. Вот взбить омлет
ты знаешь, утром на завтрак, особенно когда мы все бежим и торопимся. А чтобы он такой вот воздушный. Милочка, это нереально. А чтобы он был воздушный. Вообще надо попробовать хоть раз омлет, взбитый вот таким миксером. Да. Это будет просто Мишлен, понимаешь? И вот смотрите, например, здесь мусс. Обожают у меня дети. Вот такой будет потом вкусный мусс. Ягодки у всех сейчас в огороде есть. И смотрите, даже если кто-то отвлек вас, да, вот у меня хоп, за юбку третий младший дергает, я могу убрать ручки, пошла, поделала свои дела, вернулась, повернула чашу. То есть вы видите, станция у нас есть. В любой момент я могу вот так приподнять, проверить. Сколько раз у меня падал миксер, который некуда деть. Он весь у меня в той же, смотри, в муссе, да, либо в белках, либо в креме. А положить некуда, и это вечная проблема. Вот, все удобно стоит. Смотрите, дальше. Если нужно что-то взбить, прям минут 20 написано, это же невозможно, это очень долго, трудоемко, да? А вот здесь... Да, 2 литра чаша. Это отдельная моя любовь, потому что объем как раз для нашей семьи. Даже вот для блинов, когда замешиваю до теста, литр это мало. Я пробовала литр. Это пока я сделаю блинчики, у меня все съедят прям с плиты. Когда 2 литра, это как раз на большую семью. Дальше эту чашу я просто использую еще в быту, потому что ягоды хранить, потому что тесто замесить. Конечно, это же хирургическая сталь, ей ничего не будет. Ну, смотрите, я достаю крем. Трудно взбиваемые вещи. Вот какой густой. Очень густой крем, поэтому мне нужно достать, сделать его мобильным. Не страшно, что я задеваю стенки, да? Совершенно не будет сколов в еду, не окисляется. То есть... что нержавеющая сталь – это на века. Вот только благодаря, знаешь, только ради одной чаши стоит его уже взять, это честное слово. Да, в любой момент. Здесь еще очень удобно, что 7 режимов, поэтому вы в любой момент, смотрите, возвращаете на станцию. Так, и можете, фиксируем. Да, фиксируем до щелчка, все очень удобно. И продолжаете взбивать, лишь вращая чашу. Как это удобно, милые мои. И в любой... Вот, видите, да? Увеличивайте скорость. Супер. И готовите шедевры кулинарные. Итак, внимание, от бренда Domiti. Итальянский бренд, эксклюзив, представленный на шоп-н-шоу. Выбирайте цвет красный, салатовый, синий, черный. И укомплектуйте свою кухню главными помощниками. Все звонки бесплатные. На 2 литра нержавеющая сталь, чаша, станция и 2 набора насадок. Не только взбивать, но и замешивать тесто. Звоните, будьте с нами, мы вас обожаем.